Всем привет, меня зовут Ирина, я главный редактор проекта Zira Us. Сегодня мы будем тестировать сливочное масло. Мы провели опрос среди вас, выяснили, что вы больше всего любите масло Президент, но что-то мне подсказывает, что вы никогда не пробовали все масла с закрытыми глазами. Сейчас я это все распакую, уберу, ребята не будут знать, какой бренд они пробуют, и вся редакция будет пробовать и записывать свое мнение. Потом мы все подсчитаем и узнаем, какое масло выбирают редакторы Зиры. Нет, все-таки второму 3, а вот четвертому 4. Хорошо. Все-таки я бы первому даже 5 поставил из всех, то, что здесь есть. Какая-то самая добрая. Мне все нравится. Или я очень голодная? На примере 7 людей можно легко увидеть, что сколько людей, столько и мнений. Когда вы задаете нам вопрос, какое лучше, невозможно ответить. У нас даже редакция одинаково не думает. Но сейчас мы все подсчитаем и выложим результаты. Итак, мы все подсчитали, и у нас получилось следующее. На первом месте, по мнению редакции, с 26 баллов, сливочное масло Анхор. 24 балла набрало масло Ферма, 22 – это масло Nestlé. Мусафой и Валио по 20 баллов, на предпоследнем месте Брест-Литовское и на самом последнем месте масло Президент. И несмотря на это, у вас масло Президент – это выбор номер один. Мы с этим совсем не спорим, просто у нас другие результаты.